Любовь к себе. Вот хорошо это или плохо? Ну, вообще считается, что хорошо. Потому что если человек, значит, себя не любит, то он себя не ценит, да, он не способен себя презентовать, он не способен, так сказать, ничего этому миру дать, да, ну, потому что если хочешь что-то делать хорошее, начни с себя, да, научись себя любить, понимаете, начни с себя, о себе заботиться, да, если ты о себе не позаботишься, как ты можешь о других заботиться, да, все равно это все превратится в какую-то муку и так далее. Вот. Кроме того, любовь к себе – это какой-то внутренний такой драйв дает ощущение собственной ценности, да, осмысленности собственного существования. Ну, вообще, одни плюсы так вот есть. Но можно посмотреть так, что и минус обнаружится. Потому что, ну, что такое любовь к себе? Это эгоизм, да. Ну, мы все, конечно, эгоисты, это надо понимать, да, но иногда бывают такие, что ого-го. Знаете, вот он лучше бы любил меньше себя, потому что это, с этим жить невозможно ни в каких обстоятельствах. Это может быть вот такая нечувствительность просто к другим людям. Вот нарциссизм, да, это же любовь к себе. Там в чем проблема? Человек совершенно не способен к сочувствию, да, он совершенно не способен к пониманию других людей. Он настолько определяется собственными интересами, собственными целями, собственным «я», что это просто превращает жизнь всех вокруг в чудовищное какое-то переживание. И в результате ему самому тоже, на самом деле, станет не очень хорошо. То есть, в общем, понимаете, это диалектика какая-то. Вот хорошо или плохо любовь к себе? Давайте обсудим в комментариях.